Сегодня у нас 8 июня 2018 год. Сотрудники ЖЭО номер 3 находятся во дворе Бакинской 38А. Ваша должность — дворники, так? Да. Что у вас, какая проблема? Уборка территории, сотрудники ЖЭО номер 3, Куйбышевский ПЖРТ. Какие у вас проблемы, ребят? Зарплату мне дают третий месяц. За апрель, за май, вот пошел за июнь. Что мы у вас, причина какая есть? Мы хотим, чтобы нам зарплату дали. А причина есть какая-то, почему зарплату не дают? Директор не дает нам. ЖРТ не дает. ЖРТ не дает, да. Обращаетесь вы сейчас к кому? Ну, к Азарову, к Лапушкину, к Моргуну. Ко всем обращаетесь? Да. Сейчас написали заявление, пойдем в прокуратуру. Заявление в прокуратуру написали, да? Написали, сейчас пошли уже. Все, пошли, отнесли. Все принято.